окна не спирается вещи Олег, щита привать на ворота. Как вдруг подбегает к нему человек и ну шепелявит чего-то. Эх, князь, говорит, ни с того ни с сего, ведь примешь ты смерть от коня своего. Только собрался идти он на вы, отмщать неразумным хазарам, как вдруг прибежали седые волхвы, к тому же грозя перегаром. И говорят ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. Да кто вы такие? Откуда взялись? Пружина взяла за нагайки. Напился старик, так пойди похмелись, и нечего рассказывать байки. И говори ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня свое. Ну, в общем, они не сносили голов, шутить не могите с князьями, и долго дружина топтала волхов своими гнедыми конями. Ишь, говорят, ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. А вещи Олег свою линию гнул, да так, что никто и не пикнул. Он только однажды волхвов вспомянул, и тот саркастически хмыкнул. Надо ж болтать ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. А вот он, мой конь, на века опочил, один только череп остался. Олег преспокойно стопу возложил и тут же на месте скончался. Злая гадюка кусил его, и принял он смерть от коня своего. Каждый волхвов покарать и норовит, а нет бы послушаться, правда? Олег бы послушал, еще один щит прибил бы к вратам Цареграда. Волхвы-то сказали с того и с сего, что примет он смерть от коня своего.